Всем привет! Давайте нарисуем сегодня вот такую нежную восьмерочку к 8 марта. Набросаем карандашом цифру 8. Оттенками розового и красного будем украшать. Рисуем вот такие сердечки разного размера. Ребятки, подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои рисунки. Впереди будет еще много идей на 8 марта и не только. Смотрите, какая милая и нежная восьмерочка у нас получилась. Не забудь поставить лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!